Лаконичность и роскошь в одном флаконе. Уссурийский гранд-салон «Золотая Русь» признан магазином года по версии авторитетного журнала «Навигатор ювелирной торговли». Экспертов поразило оформление торгового зала. В основе интерьера – светлые тона и яркий голубой цвет. Дополняет картину блеск драгоценных камней и металлов. Хотелось создать не только роскошную, пышную, помпезную обстановку, но и чтобы было комфортно и удобно нашим покупателям. Чтобы, зайдя сюда, они не терялись, как во дворце, а чувствовали себя как дома, но и в то же время нотки роскоши все-таки присутствовали. Изысканность и поистине царская роскошь – так можно охарактеризовать фирменный стиль всей сети «Золотая Русь». Уссурийский гранд-салон открылся 22 апреля прошлого года. На площади в 400 квадратных метров гостей встречают россыпи драгоценных украшений из Москвы, Петербурга, Костромы, Новосибирска. Торговый дом «Золотая Русь» – это 68 салонов на Дальнем Востоке и 2 магазина на территории Китая. В этом году компания снова вошла в сотню лучших ювелирных брендов России в 7-й раз за свою историю. И не только украшения на витринах делают посетителей счастливее. Клиенты магазина могут изготовить изделия по своим эскизам или каталогам, приобрести украшения в рассрочку или кредит, получить бонусную карту и стать участником выгодных акций. Быть первым среди лучших – девиз коллектива «Золотой Руси».